Темно. Егор от имени группы товарищей доложит продуктивность. Я давай сделаю. Продуктивность сравнительную. А где это? Вот, выживаем. Пожалуйста. Прошу прощения, некоторые графики и данные будут повторяться, но больше будет цифр в моем докладе. Как уже было сказано, в этом году впервые отмечено небольшой рост группировки Майнапыльдинской. И вот как же такое могло получиться, при условии, что в течение вот этих вот 5 лет для искусственной популяции и для программы «Путевки в жизнь» в год изымалось от 20 до 37 единиц. И как раз на эти годы пришлось дно такое стабильное в численности. И таким образом всего вот у нас было изъято 139 единиц. С 2000, если мы посмотрим на число гнездящихся пар, то мы увидим, что если не брать в расчет пары, в которых есть птицы, которые появились в результате реализации программы «Путевка в жизнь» или из повторных кладок после «Путевки в жизнь», то тренд все равно остается негативным. Потому что вот из 15 пар, в пяти были пары из «Путевки в жизнь», и вот еще одна из повторных кладок, которая появилась после «Путевки в жизнь». И по нашему мнению, наряду, конечно, с большими успехами в охране лопатня вне места гнездования, именно путевка в жизнь способствовала вот этому вот росту численности. Значит, всего за 4 года для путевки в жизнь было отобрано 99 яиц. И с начала реализации вот этой программы создавался реестр гнезд иловков лопатней, в котором отражался статус партнеров, гнезда, птенцов после вылупления. И, собственно, эти данные и легли в основу того анализа, который будет дальше представлен. Ежегодно мы, несмотря на то, что забирали яйца для путевки в жизнь, поскольку мы старались это делать на ранних этапах, в течение первой недели, когда самки физически способны повторить откладку яиц, мы находили затем повторные кладки, находили либо сами гнезда с повторными кладками, либо по поведению птиц видели, что у них есть повторная кладка, но старались их не беспокоить, потому что любые подходы к гнезду, они привлекают хищников. И поскольку ряд птиц становились более настороженным по отношению к людям, то их гнезда становилось найти сложнее. Ну вот здесь вот мы видим, сколько вообще было найдено гнезд и яиц в разные годы. То есть красные – это то, что гнезда, которые были взяты для путевки в жизнь. Вот белыми линиями помечены – это то, что были уже повторные кладки. То есть в 2015 году были очень неблагоприятные погодные условия. Птицы теряли гнезда, по-видимому, там, с двумя первыми яйцами. Поэтому вот у нас получилось, что хоть мы и взяли много повторных кладок, на самом деле они, птенцы потом были примерно в одно время вылуплялись. И вот видим, что сокращалось число оставленных в дикой природе гнезд. И вот если мы посмотрим процент повторных кладок в естественных условиях и процент повторных кладок у птиц, у которых первые кладки были взяты для путевки в жизнь, то получится, что вероятность повторной кладки в природе примерно 30%, после путевки в жизнь 45%. Ну, обусловлено это тем, что забираемые яйца в путевку в жизнь на начальных этапах, а потерять гнездо птицы в природе могут на любом этапе. Ну и теперь посмотрим, как судьбу вот этих яиц, от которых нам что-то известно. Значит, всего
данные есть о 202 яйцах. Ну и примерно половина из них пошла в путевку жизнь, половина осталась в природе. И вот видно, что из оставшихся в природе половина яиц – это первые кладки. Вот, сколько там, около 20% – это повторные кладки. И еще около 30% – это то, что вернулось как бы в природу благодаря своему своевременному отбору яиц в путевку жизнь. И вот если посмотреть на сохранность того, что происходит с яйцами в природе, вот всего 103 яйца, то, что выдвинутые сектора, это яйца, которые были похищены кем-то из хищников. Да, и получается, что среди первых кладок примерно половина яиц пропадает, среди повторных кладок примерно половина яиц пропадает. И вот есть такое мало пока чем объяснимое, то, что из, допустим, из 29 яиц из повторных после путевки в жизнь пропало только 4. Но объяснение это может быть то, как раз то, что мы находим не все гнезда, о которых как бы знаем, поэтому судьба не всех яиц нам известна. Может быть, конечно, благодаря большому стрессу птицы от забора первой кладки, они становятся более аккуратными. Ну и дальше выжимаемость птенцов, данные основываются на индивидуальном мечении. И данные о птицах, выращенных в результате путевки в жизнь, они, их опять сложно впрямую сравнивать с данными о птицах из природы, потому что путевку в жизнь мы метим поголовно, если только это не вызывает проблем у птицы наличие флажка. А диких птиц, мечение диких птиц до 2013 года вообще не являлось приоритетом, потому что мы старались как можно уменьшить любые риски для птиц. В том числе поэтому, и потому что это не является приоритетом, вот видите, что число, оно как бы меняется. Попались птенцы, мы их пометили. Если была хорошая погода, если не было хищников вокруг, если условия неблагоприятные, значит мы этих птенцов оставляем в покое. И теперь вот данные о встречах птиц. Конечно, на местах гнездования мы встречаем небольшую часть помеченных птиц, поскольку, естественно, не все они возвращаются. В принципе, вот по Северной Чукотке, то, что были у Павла Станиславовича данные, возвращаются там около 10% птенцов, ставших на крыло. То есть, если у нас 0,6 птенца из выводка, значит, 6% от вывода только возвращается птиц. И благодаря вот этим природоохранным мероприятиям и популяризации лопатня и вообще фокусировки людей на проблемах на пролетном пути, конечно, растет число наблюдателей на путях пролета. И, например, только с августа по декабрь 2015 года мы получили 173 сообщения о 42 индивидуально помеченных птицах. Из них 14 были помечены птенцами. Но видно, что доля птенцов, которые были помечены дикими, доля встреч, она примерно в 2 раза больше, чем у птенцов, помеченных в результате путевки в жизнь. Но если посмотреть детально, по тому, в каком максимальном возрасте птицы отмечены, то основная разница приходится на первую миграцию, то есть на осень после вылупления. По доля птиц, которых мы встречаем на местах гнездования или доросших до готовности к размножению, она вполне сопоставима. И, конечно, здесь, видите, по числу встреч они небольшие, то есть статистика такая, может быть, не очень надежная, но вот если посмотреть с учетом на данный момент, с учетом птиц 2016 года, доли не особо изменяются. Даже по путевке в жизни немножко доля выросла. Хотя число птиц, помеченных, фактически удвоилось. Это что касается того, какие птицы из помеченных вернулись местам гнездования. То есть из путевки в жизнь вернулись 5 птиц, 3 из них успешно загнездились, 2
не загнездились, причем одна из них это была годовалая самка, то есть вероятность того, что она загнездится, была довольно небольшой. И в природе загнездилось две птицы, одна из которых из повторной кладки, которая, то есть после хэдстартинга, то есть она такая промежуточная, не совсем, конечно, выросла в природе, но появилась не только благодаря естественным процессам. И, в общем-то, доля, она получается сопоставима. Ну и что касается теперь вот общему сравнению, да, то есть путевка в жизнь, включая индуцированные повторные кладки, дает нам на пару где-то 4,8 яйца. В природе это число в два раза меньше. То есть, забирая яйца, мы предотвращаем их разорение. Как раз если 50% яиц гнезд в природе разоряется, мы повышаем сохранность яиц в два раза. Дальше, если мы посмотрим, сколько птенцов вылупилось, ну, чуть-чуть их вылупляется больше, чем в природе, в основном из-за того, что, конечно, вылупляются иногда такие, ну, доходяги, если ими заняться, их можно, как бы, оставить живых, хотя не все, конечно, доживают до постановки на дрон.